Одеса Фешн, і з вами Ольга Олімпія. І сьогодні ми знаходимося на круті вечірці, що присвячена дню народження творчої студії Катерини Конькової. Гарний настрій, відмінний колектив та безпосередньо вибуховий запал емоцій просто зараз на ваших екранах. Творча студія об'єднує у собі багато дисциплін. Тут можна навчитися писати картини, гарному вокалу та хореографії. А навчатися можуть як і малі дітки, так і дорослі, що колись мріяли стати відомими. І все це можна знайти у трьох філіалах нашого міста. Скажіть, будь ласка, як у вас так виходить організовувати такі вечора? Я очень люблю своих детей, очень люблю свою студию, а все, что делается с любовью, оно всегда супер классное. Мы творческая студия, у нас творческие дети, мы организовали этот праздник сами. У нас день рождения 13 сентября, мы каждый раз делаем что-то такое, что просто все в шоке, всем очень нравится, это очень классная вечеринка у нас получается. Всего самого наилучшего и добиться таких успехов, какие добивались. Чтобы она продвигалась дальше и не закрывалась. Здесь очень весело. Я хочу, чтобы эта студия была вечно, чтобы новые дети приходили и занимались сюда вечно. Счастья, процветания, всего самого лучшего и чтобы все больше и больше. Чтобы она была красивая и самая добрая. Желаю всего самого хорошего, всего самого лучшего, чтобы у всех сбывались мечты. Скажіть, а вам вже 8 років. Що нам очікувати цього року від вас? Ух! Ну, ми дерзкі. В этом году мы дерзкие. У нас много планов, у нас много нового, но все секреты, конечно, вам не расскажу. Но у нас все происходит стихийно, то есть у нас рождается все в жизни, у нас рождается все на тренировках, у нас рождаются в зале новые номера, у нас рождаются идеи в процессе. Поэтому я не могу определенно сказать, вот будет это. У меня есть какие-то планы, но это все превращается в жизнь. Студия – это наша жизнь, это не просто пришли, потанцевали, это целая жизнь. И мы все ей живем, и все тренера влюбленные в свою работу, и у нас всегда такое что-то новое, что-то классное, каждый год. Кто вам допомагає у організації цього? Ми самі і сусамі. У нас 10 тренерів, обалденних педагогів. Це художники, це вокалісти, це танцовщики, це мастера своєго діла, професіональні люди. У нас самые классные тренера. Все самые классные работают у нас. Вот это состав, это 10 людей. Мы очень сплоченные, мы работаем, мы трудимся, мы любим это дело, мы любим детей безумно и любим свою профессию. Поэтому у нас все получается. Мне нравится душевный подход, мне нравится, как относится Екатерина к детям, как она сама играет вместе с детьми и может превратиться в ребенка, чтобы поддержать его, чтобы он не плакал. Вот, ее добрые отношения. Мне нравится на самом деле атмосфера. Студия пропитана добротой, позитивом, улыбками. Ведь сама Екатерина Конькова очень такая мягкая, воздушная девушка, можно так сказать. И очень позитивная. Она меня очень вдохновляет на новые танцы, на тоже творчество. Поэтому я очень люблю Екатерину Конькову и люблю эту студию. Видите, они как семья.
Это очень здорово. Они сплоченные. Молодцы, ребята. Студии Екатерины Коньковой я хочу пожелать только самое наилучшего. Творческих детей, кучу разных событий, эмоций. Потому что ведь в творческой студии Екатерины Коньковой всегда случаются все самые, избываются все самые, можно сказать, желанные эмоции, процветание новых идей, креатива Екатерине Юрьевне хватает, ну, дальше в таком же духе. Вдохновение, любви, радости от успехов детей. Процветание творческих успехов, пусть больше детей приходят в этот коллектив, очень замечательный коллектив. Лучше становились, больше любителей ихнего творчества, чтобы с каждым месяцем все больше и больше детей к ним приходило. С Катюшей знакомы уже более 3 лет. Каждый год она обращается ко мне с какими-то своими творческими заданиями, с творческими идеями, и мы пытаемся их реализовать. Были сначала сувенирная продукция на праздники, потом брендирование одежды. Детки всегда яркие, замечательные в костюмах, которые придумывает Катя, я воплощаю в жизнь ее идеи. Ей желаю всего самого-самого наилучшего. Екатерина вот такой человек. Вот эта восьмерка – это символ бесконечности. Пусть у нее будет все бесконечно хорошо. Всего самого-самого наилучшего. Материального, здоровья и духовного. This fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I've fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. 'Cause I got it. Ooh, I'll never be like you. Дитина – це не тільки продовжувач роду, це і щастя, і радість, і веселощі в одному флаконі. Але, на превеликий жаль, у діток є один недолік – вони дуже швидко ростуть. Отож, не зволікайте та подаруйте вашій дитині корисні заняття, що проходять у творчій студії Катерини Конькової. З вами була Ольга Олімпія та ваш Одеса Фешн. Ще побачимось! I've been slipping back, heading south, car sick.